Меньше средств из бюджета края будут получать профессиональные спортивные команды региона. Об этом рассказал министр спорта Павел Ростовцев. Речь идет о клубах из 6 видов спорта. Это футбол, баскетбол, волейбол, регби, хоккей с мячом и шайбой. По словам министра, в следующем году их финансирование увеличивать не будут, а в 2021 сократят на 10%. Власти собираются больше внимания уделять развитию массового спорта. Ростовцев считает, что в прошлые годы был перекос в финансировании профессионального спорта. Теперь клубам рекомендуют самим искать спонсоров. Поверьте мне, эти шаги уже делаются. Вот я вчера встречался с одним из руководителей клубов. Зашевелились, когда понимают, что жить не только за бюджетные средства, надо где-то и ходить, и себя продавать, и привлекать. Поэтому, я думаю, мы попробуем и в этом направлении дальше будем двигаться.